Материалы дела Натальи Бочкаревой, которая обвиняется в незаконном хранении наркотических средств, передали в суд. Артистке грозит до 3 лет тюрьмы по части 1 статьи 228. На данный момент актриса находится под подпиской о невыезде. В конце октября 39-летнюю Наталью Бочкареву по решению суда лишили водительских прав на год и 8 месяцев. Также актрису оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ пройти проверку на наличие алкоголя и наркотиков в крови. Сейчас стало известно, что в скором времени артистка снова появится среди присяжных. По словам близкого к следствию источника, разбирательство звезды сериала «Счастливы вместе» будет рассматриваться в Преображенском суде столицы, по месту ее прописки. В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по статье «Незаконные приобретения, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств», отметили в суде. По данной статье предусматривается наказание вплоть до 3 лет лишения свободы. Напомним, в конце сентября машину артистки остановили сотрудники ДПС. При проверке документов инспекторы почувствовали от Натальи запах алкоголя. В присутствии понятых звезде было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась. Также в ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с порошкообразным веществом. Бочкарева сразу же призналась, что у нее есть наркотики, которые она спрятала в нижнем белье.